Привет, меня зовут Александр, и я расскажу вам о зарядном устройстве Solaris SH201. Электронное зарядное устройство, работающее на базе импульсной шин-микросхемы, предназначено для зарядки аккумуляторов автомобилей, грузовиков, мотоциклов, моторных лодок, садов, тракторов и так далее, с бортовой сетью 12 вольт, с возможностью установки и контроля зарядного тока. Отличительная особенность заключается в принудительной вентиляции, встроенным микровентилятором. Благодаря превосходным выходным характеристикам автомобильного зарядного устройства, можно спокойно заряжать аккумуляторные элементы и батареи с минимальным напряжением от 0 до 12 вольт, до какой степени не был бы разряжен аккумулятор. Зарядное устройство Solaris SH201 станет отличным помощником зарядки аккумуляторов.